Еще могу рассказать небольшие планы на мое недалекое будущее. В общем, так как я встречусь сегодня с одногруппницей своей, с Машей, я бы хотела бы с ней договориться о том, чтобы, ну, во-первых, мы поехали с ней 30-го, там, 31-го на учебу. Вот. Это раз. Потом, в принципе, когда у нас начнется учеба, ездить с ней вместе, потому что, ну, мне одной будет, наверное, скучно. Хотя я могу музыку послушать, с друзьями попереписываться. Вот. Ну, как бы с ней тоже я не против была бы пообщаться, особенно если она окажется интересным человеком, потому что за 10 лет она могла измениться сильно. Вот. Я очень надеюсь на то, что она изменилась в хорошую сторону, потому что я хочу, чтобы меня окружали классные и прекрасные люди, у которых тоже будет замечательное будущее, и которые бы могли бы иметь хорошую перспективу в будущем, чтобы мне тоже в чем-нибудь помогать. Да, потому что я такой человек. Раньше я просто выбирала себе друзей, ну просто дружить. Сейчас у меня немножечко этот принцип поменялся. Я смотрю на человека и понимаю, какое его может ждать будущее, и есть ли вообще у него какие-то перспективы. И если есть, то почему бы не познакомиться? Ведь юристы, политики и так далее, такие вот важные лица не помешают. Они очень даже нужны. Вот. Я уже считаю, что у меня мышление не как у ребенка, а как у взрослого человека. Ну, почти у взрослого. Потому что я еще расту. Потому что я еще подросток. Мне еще пока сложно решать какие-то вопросы взрослые. Но все равно я стремлюсь к этому, да. Еще в будущем я планирую переехать, но это уже на далекое будущее. В какую-нибудь другую страну. Там, может быть, Америка, Италия, может, Испания. Может быть, я не знаю, Франция там. Куда-нибудь туда улететь. Чтобы было все хорошо, было, так скажем, меньше, возможно, каких-то проблем. Вот, ну, короче, да, как-то так. Еще. Что еще могу сказать? На данный момент я вижу недалеко идущую собаку. Вот, и, возможно, сейчас Рич познакомится с этой собакой. А может, и не познакомиться, я пока не знаю. Вот. Сейчас мы с Ричем уже будем идти домой. Здравствуйте. Вот. Будем идти домой. Я Ричу, как обычно, помою лапки. Интересно, это хоть кому-то интересно слушать? Ну ладно. Так. Вот, мы сейчас идем по аллейке. Гуляем, ходим, бродим. Да. Так. Из одежды я люблю какую-нибудь спортивную. Вот, чтобы это была удобная одежда, в которой ты можешь делать все, что захочешь. Только что проехал трамвай. Да. Вот. Короче, я люблю там футболочки, какие-нибудь спортивные штаны, которые тянутся. Вот, очень даже удобненько, прекрасненько, комфортненько. А, вот, могу интересный факт рассказать, но он немножечко странный, но интересный. Вчера я весила 51 900, сегодня я становлюсь на весы, я уже вешу 50 900, с минус кило. У меня вопрос, как, если я вчера практически, ну как, не, ну, я вчера ходила, конечно, да, и много, но... Не столько, сколько я обычно прохожу, потому что я вчера по большей части сидела, лежала, смотрела фильм, и как бы, как я похудела на кило, я вообще не понимаю. Мне, конечно, кажется, что, возможно, с весами какая-то проблема, но я в этом не уверена. Вот. Но мне было бы очень интересно узнать, как это так получилось, потому что я сама не понимаю, потому что я не голодаю, я ем нормально, как обычный человек. Вот. Ем столько, сколько хочу. На диетах никаких не сижу. Да, потому что я против диет. Ведь потом, когда человек уходит от этих диет, он возвращается к обычному образу жизни, снова может стать толстеньким, так скажем.